Каким бы увидел Красноярск его основатель Андрей Дубенский, если бы попал в 2020 год? В первом остроге было 4 небольшие башенки, а теперь самое высокое здание в городе 118 метров. На обед Дубенский ел пшеничную кашу, а теперь смог бы купить любой деликатес. Но, как и 392 года назад, красноярцы любят черемшу. Такие у нас традиции. Нам 392 года. Мы и есть Красноярск. С днем города!